июля в Тель-Авиве во второй раз прошла церемония чествования лауреатов премии имени Юрия Штерна. Она вручается министром абсорбции за вклад в израильскую культуру. Пожалуй, сегодня в Израиле премия имени Юрия Штерна – одна из самых престижных, да и весомых. В отличие от государственной премии Израиля, которая, возможно, у кого-то еще впереди, это признание творческих достижений людей, приехавших в страну сравнительно недавно. Весомая награда – 25 тысяч шекелей из бюджета Министерства абсорбции. Еще 13 человек, еще 13 коллектив, еще 13 семей получили поддержку. Я абсолютно спокойно как бы за качество, но в то же время мне кажется, что значение этого приза, оно просто гораздо шире, потому что оно дает признание твоего вклада, оно дает осознание того, что ты не просто так прорываешься среди стен. Я думаю, что это прекрасная идея, и мой папа, я уверен, был очень рад знать, что эта церемония происходит. Уровень лауреатов, как и в прошлом году, очень высок. Заслуженный хореограф Геннадий Кореневский, блестящий композитор Юрий Поволоцкий, актриса камерного театра Елена Яралова. Артисты и художники из Эфиопии о покойном депутате Кнессета Юрии Штерне, скорее всего, узнали лишь благодаря этой премии. Но это имя многое значит для большинства награжденных, в том числе для самого именитого из них, известного еврейского писателя Григория Кановича. Я был, можно сказать, близко знаком с Юрием с давних пор, когда он еще не был депутатом Хавером Акнесетом. Очень много нас связывало с ним. Он был не только прекрасный, по-моему, политик, но он был еще и замечательный литератор, не реализовавшийся, мне кажется, до конца. Потому что, конечно, сочетать эти две профессии совершенно невозможно. Очень лестно получить эту премию. И как всякая премия, это прежде всего поощрение работать и работать лучше, чем ты работал. Вот говорят, что незаменимых людей нет, но есть люди, которые оставляют после себя след. Юра был один из таких людей. Он делал все для того, чтобы уничтожить этот стеклянный потолок и для того, чтобы люди вошли в жизнь. И сегодня, оглядываясь назад, можно сказать, что напрасно он работал. И мы будем делать все, чтобы эта премия продолжалась, и чтобы вклады в науку, в культуру, в спорт государства Израиль репатриантами были оценены по заслугам. Редактор известного читателя многих стран Иерусалимского журнала от имени всех награжденных высказал признательность жюри, Министерства абсорбции и фонду Юрия Штерна. Мы с Юрой были знакомы много лет. Замечательный человек. Он хотел помочь всем. Страна после Юрия Штерна, она совсем другая. Она продвинулась намного. Еще один лауреат. Музыкант и педагог Герш Геллер выступил со своими учениками-музыкантами из Иерусалимской академии имени Рубина. Пусть полнится земля Израиля новыми талантами и новыми лауреатами премии Юрия Штерна.